Я потомственная гадалка. Женщина должна работать, а мужчина должен отдыхать. А вы кто по гороскопу? Я Скорпион. Извиняюсь, просто так получилось. А у вас можно попросить денег, чтобы заказать себе еду? Купил ее вчера. Моя игра, моя игра. Тут выстрел на один. Я извиняюсь, здравствуйте. У вас пакет не продается? Нет, у вас бесплатно. Бесплатно? Вы можете помочь мне? То у меня потек. Извиняюсь, просто так получилось. Потек пакет. Спасибо. До свидания. Девушка, здравствуйте. Могу я присесть? Кого-то ждете? Нет. Никого не ждете? Нет. Я здесь жду девушку. Угу. У меня, в общем, для нее есть стих, который я сам сочинил. Я понимала. Вот, и я хотел бы вам его прочитать. А, ладно. Это я сам сочинил. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть моя печаль вас больше не тревожит. Я вас любил. Любовь еще быть может. Я ее хочу бросить. Ой. Как вам стих для начала? Стих, да, красиво. Красивый стих? Да. Вам понравился? А почему вы хотите ее бросить? Она мне надоела. В смысле надоело? А вам сколько сейчас лет? 18? Да. Ну, я прям экстрасенс. Если хотите, я могу погадать спокойно. Я это умею. Я потомственная гадалка. Вы не верите? У меня в роду очень много цыгане. А что надоело именно? В отношениях? Да. Она, ну, как бы это сказать, она мне денег не давала. Да. Я не понимаю, как так можно вообще жить. Ну, я вот хочу себе новую одежду купить, а она мне денег не дает. А она должна была дать деньги, да? А почему нет? Интересно у вас. А что в этом такого, собственно? Женщина должна работать, а мужчина должен отдыхать. Потому что он и по хозяйству работает, он и так все делает, чинит там все. Mm-hmm. А женщина, она работает, она всегда должна работать, Женя. Вам так не кажется? Хотите, я про вашу судьбу расскажу? Давайте. Но это платно. Сколько вы готовы мне заплатить, чтобы я рассказал про вашу судьбу? Лучше не говорите, сама знаю свою судьбу. Но я вам помогу. Как помочь? У меня есть для вас дельные советы, которые помогут вам в жизни. Это действительно работает. Вы дружелюбная, вы очень скрытная, вы очень добрая. И при этом очень капризная. Это так? Капризная. Видите? Я могу сказать вам пару фраз, которые облегчат вам жизнь, но это будет стоить 100 тысяч. Лучше сама себе скажу эти фразы. Да? Да. А у вас 3 тысяч не найдется чисто на дорогу? Не будет? Ладно. Я пошел. Приятно было познакомиться. И мне тоже. До свидания. До свидания. Вы очень красивая девушка. Очень так понравились. Это ваша мама или сестра? Мой мама. Нет, сбоку просто плохо видно. Нет. Нету мужа? Вы просто очень мне понравились. Скажите, вы заказ ждете или как вообще? Нет? А у вас можно попросить денег, чтобы заказать себе еду? Ну да. Я просто кушать хочу, а денег нет, только на метро. У нас тоже нет. Тоже нет денег? Ну ладно. Ни у кого нет денег, ни у кого только не спрашивал. Ладно, счастливо. Не подержите пакет? Я переложу отсюда, а то этот, он дырявый, капает. Не против, да? Слушай, здорово. Говоришь на русском? Да. О, да, здесь ментака сидят. Короче, я по-быстрому, там KFC есть. Ну, это так, чисто между нами. Я сам с другого города. В KFC кто-то там телефон оставил, я его, короче, присек. Купишь у меня его? Нет, нет. А давай поменяемся на твой ноутбук?
На твой ноутбук поменялся. Ты что, шутишь, что ли? Нет, я вот так... Смотри. Какой? Это Samsung? Это 21-й. Не, спасибо, да. Тебе лево. А у тебя что, ноутбук стоит? Крутой, что ли? Нет. Ну давай, короче, я тебе дам этот телефон и сверху, ну, 50 тысяч накину. Не, спасибо. Ну-ка, развернись. Куда? У тебя петличка? Ты заметил? Зоха, выключай, а?